Всем привет, мои хорошие! Начинаю новое видео, девочки. Вы, кстати, обратили внимание, фон немножко изменился. Кто-то просил у меня: уберите зеленую занавеску, повесьте белую. Вот я повесила белую. Как вам больше нравится белая? Или кому-то зеленая больше нравилась? Ну, по крайней мере, вот весь фон теперь беленький, весь такой праздничный. Можно даже подушечки эти убрать, вот так вот. В общем, ничего, неплохо. Вот, ну что, завтра у нас встреча Нового года. Остались последние приготовления. Ну, в общем, сегодня я уже с утра встала, сварила картошечку, бурачок, ну, то есть свеклу, яйца. В общем, все уже у меня есть. Сходила в магазин, докупила, что мне нужно, и у меня все ингредиенты есть. Я сейчас сяду потихонечку, буду нарезать винегретик там. Ну, оливье я уже завтра, наверное, с утра нарежу, или уже к дочке приеду, нарежу. В общем, не знаю. Ну, в этом видео, собственно говоря, я планировала снять встречу Нового года. Не знаю, какая это будет встреча Нового года. На самом деле, вот такое ощущение, сегодня хожу с утра и ловлю себя на мысли о том, что как будто вот все уже веселое, праздничное закончилось. Наступает обычный 31 декабря день. У меня почему-то всегда 31 декабря ассоциируется с какой-то скукой, когда целый день, ну, с утра еще, может быть, какая-то там есть суета, а вот уже ближе к вечеру начинается скукота, и начинаешь считать часы, и время, кажется, тянется, ждешь этих 12 часов, этих курантов, посмотреть, может быть, какой-то новогодний концерт. Но когда, знаете, на улице еще, по крайней мере, хотя бы там снежок, там что-то такое, морозик, новогодняя погода, еще куда бы ни шло. А у нас, девочки, последние дни, ну вот сегодня я выходила в магазин, пасмурно, плюс 8 градусов, грязь, в общем, погода совсем не новогодняя. Вот, ну и вот из-за этой серости как бы и настроение такое немножко сероватое. Так что я сегодня вот поймала себя на мысли о том, что завтра уже будет такой скучный день обычный. В общем, все куплено, все приготовлено, вся суета закончилась. И остается только вот так вот сидеть и ждать Новый год. Вот, ну я завтра уже поеду к дочке, там мы уже с ней доготовим, что нужно доготовить, или я сама доготовлю. В общем-то, особо наготавливать не будем. Я ей сказала, с меня оливье, винегрет, а окорочка я сделаю, и вернее, не окорочка, я взяла ножки, мы захотели с ней вместе ножки в этом, в духовочке запечь, наверное, в рукаве сделаем. Вот картошечку. Ну и все, собственно. А вообще, знаете, вот честно говоря, я уже настолько привыкла, и дочка привыкла, что как бы ужин он вечером. Ну вот я за себя могу точно сказать, что я привыкла не то, чтобы там до 6 не есть, но по крайней мере не есть за 3 часа до сна. Но так как я уже после 12, ну максимум до часу еще могу не спать, потом уже просто я спать хочу, да. Но естественно в 12 часов уже садиться за стол и есть это все. Уже мне не хочется. Мне хочется поесть обычно, как обычный ужин. Вот, ну, часов там 7, допустим, 6, 7, да, 8, в конце концов. Но уже позже мне уже есть не хочется. Для меня это не время еды вообще на самом деле. Поэтому как у нас там будет, я не знаю. Вообще все, конечно, зависит от настроения дочки. Она у меня затейница такая. Если она что-нибудь придумает, если у нее будет настроение, ну тогда, может быть, что-то она вот и придумает, что-нибудь, может быть, будет. А нет, значит, это будет обычный, как бы, как обычный вечер. Сядем, просто покушаем, я не знаю, там, посмотрим салют, концерт какой-нибудь или что-нибудь, фильм. Ну, в общем, не знаю, даже не знаю, вообще понятия не имею, что завтра будет. Вот, так что ладно, я не буду вас сильно забалтывать. Сажусь я резать. Винегрет, салатик, в общем, все чистить, резать буду. Ну, так включаю телевизор, хотя сегодня по телеку вообще нечего смотреть. Я уже на Ютубе там пытаюсь найти что-нибудь, хоть какой-нибудь фильм, может быть, интересный такой, с сюжетиком. Но ничего тоже не могу найти, почему не пойму. Вот, ну, в общем, буду сейчас заниматься домашними хлопотами. В общем, так у меня вечер и пройдет сегодня. Уже ничего я делать сегодня вообще не планирую. Просто потихонечку резать салат. Ну вот, хотела вам показать новую занавесочку. Всем доброе утро, мои хорошие! Ну вот, наконец-то мы дождались Нового года.
Сегодня вечером мы уже будем отмечать Новый год, встречать и отмечать Новый год. Я уже все приготовила, винегрет, оливье, ну, салаты во всяком случае нарезала, сумки собрала, оделась уже. И сейчас я уже собираюсь ехать к дочке, чтобы с ней вместе встретить Новый год. Как мы его будем встречать, я не знаю. Планов никаких не строили. В общем, мы-то с ней вроде бы вдвоем, ну и с Дынечкой втроем собираемся встретить Новый год. Поэтому, может быть, ничего особенного не будет. Ну, не обессудьте. Просто такой домашний, просто вечер, ужин будет. Ну, даже я не знаю, что будет на самом деле. Все это мы уже увидим впереди. Ну, а теперь я все обуваюсь, вызываю такси и еду к дочке. А вы ездили вообще там, были они? Открывай, покажи. А туда мы так и не доехали. Ну, короче, я думаю, даем свет, мы еще найдем, еще возьмем. Пока я с ней покажу. Обмен подарками. Я розыгрыш, думаю, блин, столько разыграли, нам бы хоть один подогнали. Все, мы вам наш отдаем, мы его только вот испробовали, он работает, все прекрасно. У Насти сегодня подарков бы много. Да. Он включен, заряжен? Да, он заряжен, вот смотри. Обалденный. Сейчас она будет там тусовку наводить. Сегодня у вас праздник. Милочка, скажи, всем подарочки дарят, а мне? Я тоже хочу подарочек, да, мила? Скажи, да, да. На, ставь. Ну, подожди. На, кись, установку, ставь вот так. Да. Ой, дядя Виталя подарил подарочек. Нет, он все равно с другой стороны. И вот все. Вот так ставь, на. Да, да. Вот сюда ставь. Куча подарков, стой, счастья стой, столько. Стой. Крепко, сильней. Вот, молодец, смотри, классно. Так, ну а чем мама Чуля занимается? Мама Чуля тут решила прибрать, немножечко полики освежить. Сейчас еще поверхностно пробежимся. Винегрет оливье готов, я уже говорила в своем видео. И картошечка уже сварила, сейчас ее потоптать надо. И мясо можно подготовить. А еще у меня на балконе компотик там остывает. Не видно, ну и ладно. Ой, как вот это красиво смотрится. Я не могу, мне нравится. Мы сегодня все раздражающие видосы, которые по телевизору, не смотрим. У нас вот сейчас камин потрескивает, то у нас птички поют. В общем, у нас релакс. Осталось до Нового года чуть больше 6 часов. В общем, сейчас подготавливаемся уже. Последнее приготовление. Подарки уже подарили своим и близким. И, в общем, готовимся. Так, кто чем занимается? Ой, дочь там готовится что-то снять, еще распаковочку подарочка. От Люси. Слушай, ты так хорошо, красивенько устроилась. Уголочек такой возле елочки. Так уютненько. Может, ты меня тоже во влог снимешь чуть-чуть? Девочку. Ну, можно снять. Пожалуйста. Давай, говори. Давай, говори. Нет, давай, вот здесь вот скажу. Слушай, скажи моим девчатам что-нибудь. Девчата, всем большое спасибо, кто подписан на мою маму, кто ее любит искренне, желает ей всего хорошего, поддерживает ее всегда. Вот, вы классные, я вас люблю. Вот, желаю, чтобы все так же продолжалось. Маме желаю, чтобы канал ее рос. Вот. Крепкого здоровья, естественно, моей мамочке и всем ее зрителям. Вот. Мы вас любим. Ты моя ты рыбка. Та-дам! Ну все, давай, готовься, готовься. Милочка, как такой слушатель, зритель, вот сидит она прямо и на мамочку свою смотрит, да, слушает внимательно. Все. А что у нас там ребенок делает? Я за ним всегда подглядываю так вот, раз. Так, Дыня тут свои мультики смотрит, свои игрушки играет. Ну все, хорошо, ладно. Ой, бабушка, бабушка. Так, ну тут было только что у нас убрано, чистенько. Ну, Дынечка, он любит поразбросать игрушечки. Вот такой подарочек. Вот такая вот интересная штука. Там машинки еще. Должны кататься. Собирали только что вдвоем.
Вот, ну, а вот она я, вот такая вот простая девчонка в сарафанчике. Ну, волосы чуть-чуть подобрала, потому что мне они пока мешают, пока я тут вожусь. Но уже можно распустить. Не стала я краситься, девочки, не хочу я краситься, потому что глаза будут болеть еще до Нового года, еще часов долго, 5 часов осталось. В общем, короче говоря, мы сейчас пока уже маемся, перекусили, в общем. Видики снимаем, готовимся потихонечку. Все, девочки, одела вот такую тунику. Краситься не буду. Немножко губки подкрасила, потому что у меня глаза и так болят. Хотя я сегодня наносила только базу. Больше ничего. Я думаю, я дома и так нормально будет, да? И так хорошо. Что там мои дорогие делают? Денечка играет. Ну, опять разбросал тут все. Так, Дыня у нас уже одета в шортиках, все как надо. Так, ножки в духовочке. Компотик уже остыл, пюрешка готова, салаты готовы, все готово, осталось за стол только сесть. Давай, давайте подарок открывать. Ух ты, что так красиво. Так, у нас здесь вкусняшечки, наверное. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Та-дам! Дыня, смотри! Дыня, смотри! Ух ты! На подарок! На подарок! Дима, это от Танюши! Дед Мороз, это Таня, а не Дед Мороз. А у нас гости! Смотри, какая красота! Да, да, с удобными сегодня подарками. К нам Танюша с мамой зашли поздравить нас с Новым годом. Шампусик, вино мы тестили уже с Танюшей накануне. Ух ты, красота какая. Да, очень вкусно. Денечка, слази. Денек. Салатки, гранатики, все, молодец. Дож, дож. Молодец. Спасибо, мам. 10 тысяч. Ну так звезду снимаю. Так я попаду к тебе, да, еще в Аллок? И ко мне. А ты ко мне попадешь в Аллок. Так это у нас такие вот. Смотрите, девочки, смотрите, вот мы стоим. Стрел просто. Как это, дуэль какая-то. Ссылочки, ссылочки под видео. Под видео, да. Да, да, все ссылочки под видео, девочки. Наблюдает. Надо было маме все камеры отдать, но у нас бы тогда это было. Мама, две руки, а тут три камеры. Да, я что ему там не понравилось. А что это такое? Куда там хитро? А, шипучка. Шипучка. Тогда и дай я мама будет. А наши дети любят такое. Девочки, пообщалась я сейчас с Таниной мамой, и у нее то же самое мнение, что и у меня. Вообще, то, что Новый год так поздно, в 12 часов начинается, уже многим людям хочется спать, во-первых. А во-вторых, многие люди привыкли уже, допустим, ужинать часов 6, там, допустим, в 7, да. И вот я всегда считаю, почему бы Новый год не начинался часов в 5-6, вот так, чтобы сели, Новый год в 5 часов отметили, да. Ну, допустим, 6 часов куранты пробили, ура-ура, там, все такое. Ну, салют можно там как стемнеет, допустим, сейчас рано темнеет. А, 6 часов уже темно, кстати, зима же. Ну и все. А потом уже отдыхайте, кто хочет, дальше гуляет, кто не хочет, там, телек посмотрели, концерты, и спать вовремя, как положено, как люди привыкли, там, ну, там, до 11 где-то, я бы уже спала. А сейчас уже вот я поела, потому что я хотела кушать, ужинать. Я взяла, поела. Сейчас я уже не голодная. Дочка вот сейчас тоже села, сейчас она поест и все. Как-то так вот стол накрывать и ни к чему, потому что мы не собираемся сидеть за этим столом. Сели, поели и уже не голодные. Вот. Так что вот пока сейчас смотрим телевизор, но я говорю, у меня уже глазки закрываются. А мы еще и прямой эфир дочка собирается сейчас устраивать. Но я там чуть-чуть покажусь и все. Я говорю, сейчас отсолютируют, полчаса где-то стреляют, и потом все, можно баньки ложиться. Я такая, уже бы спать. Вот такой Новый год. Я бы Новый год отмечала раньше. Кто тоже такого же мнения, как и я? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, а я влог снимаю, да. А я влог снимаю, а дочка в прямом эфире. А по телеку президент. Машем. Машем.
Так, а где моя камера? И как всегда, я вот в самый ответственный момент не могу написать: мама, камера моя. Так, ждем. Сейчас вместо курантов там должна быть мелодия, и я вот жду. Хочу послушать эту мелодию. Ой, там. Мелодию не слышу. Да, и потом салют хочу посмотреть. Я не поняла, где моя камера? Так, новые куранты, да? Там уже салютики уже пускаются. Ну-ка, пойдем. Ничего не видно толком. Да еще мало видно пока, мало людей еще. Сейчас, не повыходили. Сейчас, да, еще не повыходили. Жуть, как холодно. Да ладно. Да допишут мне тут. Жуть, как холодно. Так, ну подождем сейчас пока еще. А где вообще у нас центровой? Так, ну что там? Что-то, я смотрю, там стреляют, а тут еще не стреляют пока. Да, девочки, у нас сейчас салютов, видно, вот отменили, да, вот эти салюты, которые у нас стреляли такие вот прям на театральной площади. А сейчас стреляют так вот, люди там повылазили, повыходили где-то кто-то. Ну, еще, наверное, не все закусили. Еще не все закусили, сейчас подождем. С Новым годом! Так, ну что, закусили или как? Вот так вот. Мам, меня бесит, давай это откроем окно. Ну, открой, сейчас замерзнешь. Да, это было не лучше. Ой, как много. Много? Ну, уже видишь, побольше. Ну, видно не очень хорошо, да, отсвечивает стекло. Но зато видно, что вот весь горизонт. И там тоже вот стреляют. Все, пошло, да. Ого, повылазили люди, давай стреляют все. Смотрите. О, город. Город не спит. Что ж такое, ты будешь делать, а? У тебя что, ни фокус не прыгает? На телефоне нет. А у меня прыгает. Я вот туда только вот поворачиваю, там у меня отсветка идет. Слушай, а вот шикарно. Справа видно хорошо. Вид у нас шикарный, я вам скажу, девочки. Ой, надо понаслаждаться, короче. Да. Вот это да! Это прямо здесь рядом, возле дома. Целый ящик отстреляли. Аж машинки засигналили. Ой, ну все, девочки, хоть чуть-чуть успела включить. А то там как начали бухать, вот прям буквально рядом. Пока включила камеру, там целый ящик отбухали. Ну все, Денечку дочь укладывает спать. А я сейчас подожду ее немножко, посмотрим телек и тоже буду спать. Вот и все. Доброе утро, девочки. Я проснулась, мои еще спят. Я включила вот тут телевизор и смотрю вот фильм, про который я вам говорила, про малахитовую шкатулку, да? Или как там? Каменный цветок. А, каменный цветок, это он цветок сделал. А я вот этот фильм имела в виду. А малахитовая шкатулка, это там хозяйка Медной горы. Вот она, хозяйка Медной горы. Каменный цветочек. Кто у нас проснулся тут? Сидит, смотрит, думает, когда бабушка вкусняшку даст, а? А ты хитруля маленькая. Вот он, каменный цветок. Вон какой красивый. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Сегодня целый день мы валяемся на диване. Смотрим телевизор. То один фильм, то другой. Мы тут с мамой... В кухне на большом диване. Денечка с нами валялся. Валялся Денька с нами. Потом он ушел в свою комнату. У него тут мультики он выбирает. Он там сам себе. Что ему нравится, то и смотрит. У него свой кинозал, да, Денька?
В общем, короче, сегодня день большого отдыха, ничего не делания, просто балдежа. Лежим и кушаем. То покушаем, то полежим. Я пытаюсь сделать доставку, ты знаешь? То покушаем, то полежим. У меня никакого балдежа нету, потому что меня все время выбивают, то здесь все тупит. Ой-ой-ой, это только сейчас ты вот решила доставку продуктов сделать. До этого ты целый день валялась и говорила, как хорошо, никуда бежать не надо, ничего делать не надо, снимать ничего не надо, монтировать. Сегодня просто отдыхаем. Сегодня такой день отдыха. 1 января. Самый лучший день в году. Да, и подруги, кстати, то же самое делают, да, по телефону звонили. Ну все. Ну вот и все, мои хорошие, я приехала домой, сегодня второе уже число, я уже собираюсь завершить это видео. Вчера, в общем, первое число, это просто отличный день для того, чтобы релаксировать, находиться дома, валяться под одеялком, ничего не делать и целый день смотреть телек. Еды полно, ничего делать не нужно, просто классно. Мы вчера с дочкой очень хорошо отдохнули. Просто, я не знаю, наверное, это единственный день в году, где можно действительно вот так вот здорово расслабиться и отдохнуть. И ничего не делать, и еды полно, и бежать никуда не надо. В общем, все здорово. Но сегодня я проснулась, как всегда, рано. Я рано просыпаюсь, дочечка выспалась, я дала ей выспаться. И вот теперь она меня уже отпустила, я приехала домой. И теперь моя очередь тоже поваляться уже и отдохнуть. И то, что я не доспала, утром рано слишком проснулась. И сейчас есть возможность у меня доспать. А потом я сяду монтировать это видео, чтобы вы его уже увидели. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто тоже хорошо провел 1 января. Кто-то, может быть, гулял, праздновал, а кто-то действительно валялся на диване и смотрел телек. Как вы провели 1 января? В общем, девочки, пишите комментарии, буду читать с удовольствием и отвечать на ваши комментарии. Ну и все, на этом видео я заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!